Набьетася ота Феноров. Ну, так почему-то подписан никнейм. Спасибо большое за донат. Залупок. Готово, короче, у Леоса все поправлено. Теперь это... Блять, у какого нахуй Леоса? У Сокола, блять. Все. Теперь это нормальная музыка. Ну-ка. Пич, все настроено, все должно выглядеть вот так, именно так. Вот, тут еще поправить. Так. И музыка становится заебись. Просто охуительно. А ну-ка. Он берет мечи, он уводит в плен обессиленные ветры. Киркоров получился, кстати. Твой последний день. Так. Я бы минус 3 делал, на самом деле. Если сделать... Репич. Нормально по формате. Он берет мечи, он уводит в плен обессиленные. А почему, блядь, 4 не сделать тогда? Становится неестественно. Твой последний день. Ну, бля, неестественно уже. Но все равно заебись. Как бы с Соколом сильно хуже не сделаешь. По факту. Но... Почему у меня нет именно вот такого репич? Река тоже заебись, похорошел. Древний спор, птичьих стаи, разговор, отпускай на простой мор свой огонь и свой взор над рекою. Все, отсюда классический момент. Над рекою опускай ворох писек и узнай, там где песни в море снегра, сперма и моча. Это было не... блять, неизбежно. Над рекою отпускай порох мыслей и узнай. Мне нужен такой же пич с формантой, типа, ну-ка, репич, типа. Светлая печаль. А вот это нормально, все. Вот это заебись. Почему у меня его нету? Правда. Тут где-то есть блядский момент, который не исправить вообще никак. Вот тут. Я погиб. Еще шаг и смерть, силу сына, не, да. Не. Да, это он. Он даже так звучит стрёмно, а вот так. Силу сына, не. Ну да. В серебре. Как говорится, плыть в серебре. Если ниже делать. Не стонал, но и с криком бить не смел, сберегая тень тепла, отбивая скрипом стрелы, враг идет вперед, лица скалят смерть, вновь пригнула тяжесть голову к земле. Так тоже пиздат. Главное, соблюдать вот эту пропорцию. Тут, короче, должно было быть не 8, а 6. Все, короче, форманта на 2 выше, чем обычно. И все. Ее занижаем и заебись. Вот если бы это был нормальный певец, то я бы сделал 8 на 8 и получил бы просто минус 4. Но у него такой голос, что так не делает. Ну да, у него же форманта сама по себе, типа, завышенная. Только так тащит в итоге. Кстати, да, логично тогда. Попробовал я также разделить вокал, инструментал, навешать эффектов просто по форманте минус 2. Ну, звучит хуёво.
Дресня, короче. Да-да-да. Ну его нахуй, честно сказать. Бля, есть у тебя просто, может быть, ВСТшка вот этого, блядь, репитча? Я не могу найти нигде что-то. Вот так заебись. Вот эта музыка. Вот это можно включить в качалочки, и даже не стыдно, и даже тело не накало. Да. А то, если сделать так, то там гляди. Встань и дерись. А чё это за песня? Как она называется потянет вообще? Зубы зажми. Ветер свой виласкал. Какая же разница? Калу, сально. Ветер свой виласкал. Минус три меня больше всего радует. Не стонал. Но и с криком бит, но и с криком. Блять, охуительно. Но и с криком. Ну да. Не смел, сберегая тень тепла. Все, короче, те моменты, которые до этого были кринжовые. Говняка добавляют. Они понял. Чуть-чуть выровнялись. И даже вот, блять, самая хуёвейшая хуйня, типа. На вдохе. Питчшифтер, в котором форманта есть. Хуйни, ёбан, такой хочу. Хуй его знает. Короче, не в тему. Серебра. Она даже чуть-чуть нивелирует. А, встань и дерись, она так и называется. Реально, слушабельно. Это теперь, типа, нормальная музыка. Относительно каких-нибудь, не знаю, арий, моргенчленов, это вообще, не знаю, 10 из 12. Хуй там будет 12 из 12. Но все равно. Достойно. С пивком потянет. Угу. Ну, прикольно, занятно. Спасибо большое за донат. Собственно, успехов в опущении.